Всем привет, с вами Марс, и мы продолжаем. Это пятая серия моего прохождения Skyrim. Я думаю, на ней и закончу. Пока я особого прогресса в просмотре этих роликов не вижу, и смысла дальше проходить тоже. Но пускай. Как видите, я прикупил новую броню. Я упер деньги у торговцев, у кого я только их не тырил. И прикупил себе новую броню, попродавать все, что можно. Теперь мы идем в Драконий предел. Сдавать квест. Точнее, сдавать ту плиту. Драконий камень. Придворному магу. Надеюсь, он вам за это заплатит. Деньги лишними не бывают. Так, вот он. Держи свою каменюку. Да. Драконий камень у меня. Он говорит с этой непонятной девушкой, дельфиной. Дельфина? Это имя. Да я уже его слышал. Так, поговорить с дьяволом, надел. А вот. Вот дьявол. Не сейчас. Ладно, я потом приду. Не, ну мне показывают на тебя квесты указатель, что там. Не сейчас. Ты занят, ладно, пошли. А куда? Короче, говорят, видели дракона возле какой-то сторожевой башни. Стражник говорит, он двигался очень быстро и было очень страшно. Поэтому он наложил в штаны и прибежал в драконий предел. На это ему дьявол. Стырить ничего нельзя. Арилет меня останавливает. Ладно. На этом ему Ярл отвечает, что ты, мол, солдат молодец, иди отдохни, а сундук. Халява. Ну, а так я, в общем-то, не забывал. Так, ну, книжки, воровать это. Плохо. Так. Ярл меня просит пойти убить дракона около сторожевой башни. Просит нашей помощи. Пускай так. Дает нам какое-то оружие из своей оружейной. Посмотрим, что он нам дал. Так, плащинами. А, вот это я украл у торговцев. Надо поразбирать их. Потому что если меня примут, а меня примут обязательно. Меня это все конфискует, даже не успею разобрать. Ага, железный шлем иллюзии, вот что он мне давал. Разбираем все, короче, что можно. Это разбирается на зачарование. Потом это зачарование можно ставить на предметы. Допустим, что, сапоги возьму сейчас свои, попробую зачаровать. Остальные так, не подходит ни одно зачарование. Тоска, печаль. Ладно, выйти. Потом покажу. Мне надо пойти с этой своей лет.
Может, сейчас попробую зачаровать. Вот эти все зачарования, что я только что поснимал. Может, на плащ попробую. Один процент? Нет, спасибо. Уже лучше тогда раскачаю зачарование, а не по 1% улучшать это. Типа перевод камней душ. Я уже научился зачаровать, но сколько у меня ни навыка, еще ничего нету. Пока повременю с этим. Какая статуя просто. Мяч у него такой фигуристый, прикольный. Хотелось бы себе такой. Ничего лишнего. Классно. Я тебя убью. Иди сюда. Иди. Блин, стражник. Ладно. Помолимся Таласу. Повезло тебе. Долбаная штунда. А, вот. Войско Орелет. Три, четыре. Четыре человека. Жесть. Ладно. Милая девочка. Так, Орелет убеждает своих солдат, что если они убьют дракона, они прославятся. И, типа, будут все знать, они будут очень крутыми ребятами. Мол, говорит, вы со мной. Да, конечно, мы порвем эту тварь. Да. Манда, пошли вы. Надоели. Мара. Богиня любви, насколько я помню. Это где-то смотрел видео с разработчиками. Они про богов рассказывали в старинности. Я довольно много видео пересмотрел по Скайриму и вообще по серии Elder Scrolls. Ну, сам Skyrim довольно-таки классная игра. Еще каких-то там особых сюжетных перипетий, надеюсь, не было. Пока что все не очень. Но масштабы, эффектность, все диалоги, все это просчитано, прорисовано довольно неплохо. Так, показывает. Сюда мне идти? Что мне тут делать? Башня-то горит, надо тушить. Сейчас сгорит. Хотя она с камня, что ли, будет. Может, там ковры персидские? Ну где вы, блин, пожарники? Как всегда. Когда надо, то нету. Нужен. Надо башню тушить. Где-то орет. Кстати, это острие на шлеме мне байкер. Байкерский шлем напоминает. Прикольно так. У стражников тоже такое.
Надо будет где-то намутить стражниковский шлем. Вот такой вот. С кимпочкой, которая закрывает лицо. Каша мне самое больше нравится. Так, нам говорят, что надо посмотреть, что случилось с башней. Блин, все горит. Все. Западная сторожевая башня, здание. Так, тут какой-то идиот выбежал. О, говорит. Ё-моё. Говорит, дракон сожрал двух его товарищей, которые пытались убежать. А, он возвращается. Где? Я хочу увидеть, чтобы хоть какие тут драконы. Хоть первый раз сразиться с ними. Так, возьмем лук. Может, подбиваем его хотя бы с неба. О, блин. Где-то летает. Ох, он быстрый. Тут не то, что выцелить его тут. Следить за ним сложно. Птичка такая, блин. О, приземлился. На. Как по чуть-чуть я ему сношу. Ого! Он быстрее взлетает, чем моя стрела летит. Кошмар. Ничего себе, это он только меня с неба так попалил немного. Все, все, надо брать булаву и лечиться. О, ты приземлился. На. Блин, скотина. Так, отходим, отходим, лечимся, лечимся. Интересно, а как будет выглядеть фаталити дракона? О, на. Ё-моё. Уху! Правда я вас. Нафиг. Булавой забил. Выпрыгнул на голову и забил. Жесть. Так. Ну все, пацанчик, ты сдох. Так. И теперь-то фишка с ролика. Поглощение души. Да. Прикольно. О, трупик. Так. Безжалостная сила. Хорошо. У меня стрелы, сильнина. Ну, в экран стрелы. Но. Где шлем? Блин, у меня шлема нет. Пускай печать. Так, стрелы. Есть много. Ну, пока заберем. О, шлем. Как раз я хотел себе такой шлем. Сейчас поменяем. Вот он. О, как классно. Ё-моё. Все. Я, наверное, до конца игры в этом шлеме буду ходить. Мне настолько нравится стилистически. Просто прелесть, короче. Так. Что значит «довоки»? То я не знаю. Думаю, возможно, ты прав. Да. Надо использовать крик на него. Тут у меня появился новый крик. А вот она, безжалостная сила. Ясно. Это оно. Ого! Сдувает их прям. Просто сдувает. Так они спорят о истории Камриэля. Ой, блин, скукота, скукота. Думаю, мне пора в Вольтрон.
Ну, может, они что-то интересное скажут. Там уже это лет что-то молчит. Давай скажи мне что-то. Дракон убит. Тут ты права. Ну все, молодец. Здравомыслящий человек. Одно радует. Говорят, что не понимаешь, потому что не норм. Она говорит, что путешествовала по всему Тамариэлю. Короче, коренные жители против туристов нахуй. Я, пожалуй, сбегаю в экран, точнее не сбегаю, а быстро телепортируюсь, потому что идти все это расстояние как-то не фонтан. О, какой шлем, рогатый, надо будет себе такой оставить. Мне говорили, тут можно покупать дома. Надо будет купить себе домик. Где-то там. В Хельме или в Селитюбе. Так. Это негры. Редгарды. Так, они еще женщины Редгард, мне ясно зачем, но говорят заплатят. Ладно, деньги не помешают бедному Урке. Ох, аж земля затряслась. Так, чем тут занимаются дети? О, и опять. Короче, откуда-то идет звук, похожий на слово «Довакин». Непонятно, почему трясется земля. Сейчас пойду на пятерку. Расскажем, что мы герои, убили дракона, он нам даст медальку, и мы довольны, закончим со Скайримом, по крайней мере, до тех пор, пока я за него не возьмусь опять. Я пока не придумал, что будет следующим, но обещаю завтра, или даже сегодня, выложу трейлер или просто видео по той игре. Я вообще хотел браться за Kingdoms of Amalur: Reckoning. Не знаю. Или попробую пройти Assassin's Creed. Все три. Четыре. Четыре части. Но есть много обзоров сейчас на них, поэтому я сомневаюсь. Dark Souls анонсировали на компьютеры, но она выйдет только в следующем году. Тоска, печаль. Ладно, Ян Балгров говорит, мы молодцы, делает нас Таном. О, у тебя можно купить дом. 5000, блин, у меня нету 5000. Ладно, сотру, тогда куплю дом. Так. Ты. Сейчас я немного подкачаюсь, подопру денег. Ну вот, мы возвращаемся.
Путь голоса. Нам нужно отправиться к Седобородым. На высоких родках. Но перед тем добраться к Айверстеду. Ну что ж, я думаю, хотя бы половину пути в этой серии мы пройдем. Я немного подсобирал денег, у меня уже около 4000. Ну как подсобирал? Полазил по домам, поворовал, попродавал, что можно было. О, какой меч. Это электрический. Это самый лучший меч в игре. Наверное. Одноручный. Красивый. Так. Я тут себе поставил один планин. Призывной конь. Он немного быстрее за обычного коня, но его не надо покупать. Ну, он стоит 5000, но я это заклинание тупо украл. Так, вот сейчас попробуем. Блин, не хватает маны. Капец. Все, ладно, ставлю обратное лечение. Черт. Так думал, сейчас на призывном коне покатаюсь. Ну ладно, придется маме покачать. Блин. А идти-то тут далеко. И от Рифтона, и от Вильхельма. Ладно, поскочу на коне от Вольтрана. Я украл коня, 50 штраф. Вольтран. Ну ничего. Я не думаю, что они сильно обидятся на своего тана. Прекрасная дорога. И думаю, я хотя бы половину пути до этого Айверстеда пройду. Сохраняемся. На самом деле, кому интересно мое прохождение это Скайрима, ставьте лайки. Потому что я заброшу его в далекий ящик и вернусь к нему не скоро, если возьмусь за ассасина. Или, может быть, пойду обливаю. Но все будет по такой же схеме, по 5 серий, кому что будет нравиться. В таком случае, если я в таком темпе дальше буду работать, то выложу 5 серий реконинга. Кстати, там нет русской озвучки, по-моему. Выложу 5 серий первого, блин, волки крыши. Выложу 5 серий первого ассасина. И выложу 5 серий второго. Там как раз по завязкам пойдет. Нормально. Сейчас у меня друзья очень долбят. Мол, сделай летсплей по Майнкрафту. Ну, кому оно надо? Наверное, как выживать в Майнкрафте знают уже все. Тем более, я не следил за обновлениями. И все обновления, что были после 0.6.7 или 0.6.6 я уже не смотрел. Ну, не знаю, может попробую. Ну там 2-3 серии, там долго не придется. Там можно даже за полчаса рассказать, как, что. И таких советов по выживанию сейчас на Ютубе очень много. Наверное, буду я уже заканчивать с этой серией. Башню с бандитами. Отлично. Наверное, буду я уже заканчивать с этой серией, потому что 20 минут уже прошло.
Спасибо тем, кто смотрел мои обзоры по Скайриму. Хоть там несколько человек, но не страшно. Я ведь только недавно начал сливать видео. Вам спасибо. Сегодня-завтра я начну новое прохождение. Точнее, новые 5 серий. Надеюсь, вы будете со мной. Спасибо вам. Всем прощайте. Если хотите продолжение Скайрима, пишите в личку. Я отзовусь. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока.